К другим темам. Сегодня утром 48 легкоатлетов российской сборной прибыли в Чебоксары для участия в командном чемпионате Европы. На железнодорожном вокзале их встретили представители Легкоатлетической федерации страны и наша съемочная группа. 8:56, прибытие поезда Москва-Чебоксары, и вот они, легкоатлеты, члены сборной России, которые будут выступать на командном чемпионате Европы уже через 2 дня. На центральном стадионе многие из них уже соревновались, поэтому олимпийский они не забыли. Насколько я помню, все здесь хорошо, и мне все всегда нравилось. Насчет счастливое-несчастливое, помню, что жесткое, значит, бегучее и быстрое. Поэтому надежда только на лучшее. С особым чувством встретили прыгунью с шестом Анжелику Сидорову, которая выступает не только за Москву, но и за Чувашию. Дорога прошла, в принципе, нормально, вся команда в хорошем настроении. Конечно, чувствую ответственность и думаю, будет поддержка очень хорошая здесь, в Чебоксарах. Так что, думаю, все должно пройти хорошо. Встречает сборную, конечно же, главный тренер Юрий Барзаковский. Ну, ребята только приехали, сейчас они разместятся. Возможно, вечером сегодня будет первая разминка, соответственно, завтра основная разминка и послезавтра начало соревнований уже. Сейчас ребята определятся, кому как надо. Здесь уже идет индивидуальный подход в плане разминок, кому как идет. Соответственно, личные тренеры определятся, и ребята будут разминаться. Екатерина Абрамова, Сергей Рябчиков, Республика.